Ого, мы только что разморозили зомби, ребята, это никуда не годится. Надо сделать так, чтобы он подорвался на мине. Так, ребятка, ну что ж, сюда можно поставить пукалку сейчас будет. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Привет! Привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки. И мы продолжаем играть в растения против зомби. Два ребята, ледниковый период. Так, ребяточки, ну что ж, давайте пойдем посмотрим, что у нас здесь в саду делается. И что мы можем собрать? Так, ребята, забираем подсолнухи, обновляем, естественно, их. И садим новое растение, поливаем, ребята, водичкой нашего ежика, поливаем водичкой нашего гороха-стрела, который стреляет, ребятки, трема горошинами, сразу напомню. И переходим, ребятки, в меню, собственно, чтобы продолжить наш замечательный, ребяточки, уровень. Так, ну что ж, дорогие друзья, давно мы с вами уже таки не играли в эту игрушку. И сегодня мы с вами продолжим, ребятки, в нее играть. Так, ну что ж, дорогие друзья, ждем загрузки. И что мы видим здесь? А видим мы, ребятки, буквально следующее. Так, ребятки, здесь мне пишет, что атака. Шестой день атаки, Юра, так что как хочешь. А зомбиков ты должен вот этих всех перемочить. Ну хорошо. Так, а это что у нас-то? А, это у нас уже все там взято. А, это все, что мы можем взять, да? А мы можем выкупить. А, 2000 рена, у нас не хватает денег. Понял, хорошо, мы можем взять одну только еще штучку. А какую мы можем взять? Это, наверное, горохострел будет, ребятки. Так, кристаллов тоже у нас нету, так что, ребятки, погнали. Сажай. Так, ребятки, ну что ж, вроде бы сажаем. О, сколько солнышков сразу, ребятки, я забрал. Вы только посмотрите на это. Это же просто замечательно. Так, отличненько, дорогие друзья. Так, там пускай вот эта штука размораживает нам эти. Так, здесь мы поставим орешек большой. Так, отличненько. Собираем, ребяточки, солнышки и продолжаем сажать наши подсолнышки. Так, размораживаем второй подсолнух. Так, садим, ребяточки, здесь вот, наверное, вот такую вот тыквострелялку, которая стреляет огненной тыквой и таким образом убивает этих злых и нехороших тварей. Так, все, ребяточки, садим дальше наши подсолнухи по периметру. Собираем все самое лучшее. Здесь ставим горохострел. И, естественно, давайте поставим орешек. Пускай хавают потихонечку. А тем не менее, дальше будем продолжать, ребятки, стрелять. Так, отличненько, дорогие друзья. Все идет у нас по плану. Так, здесь опять дуем, ребятки, чтобы у нас растаяло лед, который они нам насажали здесь. Он нам здесь, ребяточки, не нужен. Повторюсь еще раз. Так, отличненько. Забираем солнышки вот эти. Так, круто-круто, все круто, ребятки. Ой-ой-ой, опять у меня замерз этот, ребятки, орех. Давайте заново мы с вами его просто-напросто вот так вот возьмем и сделаем. Так, ну что ж, дорогие друзья, все идет вроде бы по плану у нас. Все идет отличненько. Всех собираем мы здесь. Так, ребяточки, ну что ж, приближается большая волна зомби. Предупреждают меня. И я, собственно, смотрю на все это и думаю, да, Юра, бери-бери-бери, сажай побольше, так сказать, растений, которые будут стрелять в этих злых и нехороших зомбиков. И сажай побольше горохострелов, чтобы, ребятки, я мог отбиться. Так, ну что ж, давайте используем листочек. Вау, смотрите, бах-бах-бах-бах-бах. И все зомбики поумирали, вы видели? Ну, практически все. Естественно, всех, конечно же, не убьешь, потому что зомбиков, на самом деле, ребятки, очень довольно-таки много. Так, ну что, вроде бы пока, ребяточки, все идет по плану у нас. Так, собираем, собираем все, что нам нужно. Так, собираем это сюда, это сюда, это сюда. Так, зомбики, ребятки, хоть и идут, но мы стараемся быть более, что ли, черствыми с ними. И мы им не прощаем того, что они нападают, ребятки, на наш дом. И таким образом мы их будем потихонечку, ребятки, истреблять. Так, ну что ж, дорогие друзья, отличненько продолжается у нас игра. И мы с вами, ого, прошел зомби, вы видели, но мы с вами этого не допустим. Мы, надо нам разогреть, ребятки, орех. И второй орех тоже нам надо разогреть, потому что зомби идет очень много. И сейчас, дорогие друзья мои, будет вторая волна, уверен я,
с большей вероятностью в том, что будет вторая волна, ребятки. Так что стоит обязательно отметиться и не унываться. Так, ребятки, ну что ж, меня предупреждают, что приближается большая волна зомби. Последняя, по моему мнению. Так что давайте с вами проверим, ребятки. В действительности это так. Ну что ж, стреляют вроде бы неплохо, ребятки мои, эти, так что все отличненько. Зомбики еще идут, конечно же, но мы не сдаемся с вами. И убиваем этих злых и нехороших зомби. Так, осталось два зомбика, ребятки, уничтожить. Что мы, в принципе, и сделали с вами. Так, ну что ж, отличненько, дорогие друзья. И мы с вами прошли этот уровень. И мы забираем, ребятки, вот такую тыковку, которая стреляет огненными тыквами. И здесь мы видим, ребятки, следующее буквально. Так, отличненько. Переходим на следующий уровень. Перейти на следующий уровень. Да, перейти на следующий уровень. Отличненько. В сад еще нам рано. В сад мы зайдем, ребяточки, в следующий раз. Так, дорогие друзья, нам тут предлагают загрузить, но мы пока откажемся. Так, потому что мы играем, ребятки, во-первых, в зомбиков, а не в каких-то... Так, ну что, сосед мой приехал, ребятки, на машине времени и говорит о том, что Юра, зомби напали, выручай, пожалуйста, надо что-то делать срочно. Быстрее что-то делать. Так, конечно, я соседу отвечаю, буду помогать, буду делать, буду выручать, как говорится. В беде тебя, как говорится, не оставлю. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте... А где вот та штука, что дует ветер нам? Нету. А, вот она. Она бесплатная, я так понял. Так, давайте тогда вот эту поменяем. А возьмем вместо нее, ребятки, вот такую пукалку. Вот. О, все, пукалка у нас есть. Обновить 12 кристаллов, но кристаллов, ребятки, у нас пока нет. Так что, let's go! Вперед, ребята! Поехали! Меньше слов, больше дел. Вперед! Круто, круто, все круто. Так, ну что ж, дорогие друзья, все отличненько у нас пока идет, все отличненько у нас происходит. Вот у нас по периметру, ребятки, зомбики сейчас пойдут, я так думаю, и мы уже с вами посмотрим. Так, уже зомби, вы слышите? Я слышу, ребятки, уже ихний голос, как они идут к нам. Так, ну что ж, ребятки, пускай пока убиваются таким образом, пока другого у нас нету. Так что пока, ребятки, так. Ого, мы только что разморозили зомби, ребята, это никуда не годится. Надо сделать так, чтобы он подорвался на мине. Так, ребятка, ну что ж, сюда можно поставить пукалку сейчас будет. Или пукалку лучше сюда поставим. Так, 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 ага, тут они начали сразу, ребятки, замораживать нас. Но мы не сдаемся. Так, 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 бомба-вонючка сейчас съестся. Ага, он идет и замораживает, а мы сейчас его подорвем, ребяточки, не беда. Забираем листичек, отличненько, сажаем. Сажаем здесь, сажаем здесь, сажаем здесь. Так, сажаем здесь и забираем, собственно, наших чувачков. Ага, идут, 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 вижу, 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 много идет, ребята. Как же их много, откуда они берутся, скажите мне, пожалуйста. Откуда они, ребятки, берутся? Так, ну что ж, пока этого ветродуя нам не надо, у меня все вроде бы есть пока что. Так, все у нас пока, ребятки, идет по плану, так сказать. Проблем никаких пока не наблюдается. Так, эту сюда поставим. Так, ребятки, здесь тоже будет две волны, я не знаю только, когда они именно будут, потому что меня уже, наверное, сейчас будут предупреждать о том, что идет большая волна зомби. Я так думаю. А там мы будем смотреть с вами уже, ребятки. Смеется маленький зомби, идет довольный, хохочет. Так, 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 расставляем по всем периметрам бомбы. Потому что зомби, ребятки, это такие ребята, которые сдаваться не собираются никогда. Так, здесь давайте с пулемета бабахнем немножко. Отличненько, так, здесь как всегда они замораживают, пытаются нас заморозить. Так, ребята, давайте где-то поставим, наверное, бомбу-пукалку здесь, что ли. Пускай будет бомба-пукалка тут. Так, и бомбочку поставим здесь. И здесь давайте поставим горохострела, потому что здесь у нас абсолютно нет обороны никакой, ребятки. Не то чтобы.
Так, ну что ж, вроде бы все отлично, ребятки. 4 зомбика подряд мы убили горохострелом, пулеметом. Это просто, ребятки, замечательно, я вам хочу сказать. Так, берем бомбу-вонючку, ребятки, ставим сюда. Пускай она пукает и убивает его. Мы ставим это сюда. И, ребятки, нам надо разогреть наш горохострел, потому что он совсем замерз. Так, сюда нам надо поставить орех. Сюда горохострел. Сюда можно еще поставить вот такую вот штуку. Так, орех обязательно, ребятки, размораживаем, потому что разное бывает. Разное, да не разное, говори, Юра. Так, отличненько, ребята, стреляем с пулемета. Отличненько, дорогие друзья, все вроде бы получается. Так, круто-круто, все круто. Так, ребятки, ставим бомбу-вонючку. Так, он сейчас съест бомбу-вонючку и задохнется, это мы знаем. Так, берем второго, берем здесь, ставим вот эту штуку. Так, ребяточки, ну что, идут большие зомбики на нашу ограду, на нашу грядку идут зомбики. Я, конечно же, не знаю, что с этим делать, потому что они довольно-таки крутые и могут меня, ребятки, уничтожить в любое время. Так, бомбу-пукалку мы поставили. Вторая бомба у нас на поготове, отличненько. Мы здесь забираем деревишко, круто. Так, здесь мы ставим вот такую штуку. Так, здесь мы ставим горохострел. Здесь мы ставим бомбу. Так, а где ветродуй-то? О, ветродуйчик мне сейчас нужен-то. Так, отличненько, вот он сейчас подует, и у меня все сразу же, ребятки, наладится. Так, бомбу-вонючку ставим сюда. Он сейчас съест, зомбики отравятся. Так, ветродуй оставим сюда. Что это такое? Пускай у нас охлаждает. Все, так, ставим сюда этого. Орешек. И сюда ставим, естественно, новые горохострелы, ребятки. Да-да, ребятки, вы не ослышались. Это новые горохострелы. Так, ну что ж, отличненько, дорогие друзья. И я таким образом думаю, что сейчас мы сразу же уничтожим этих зомбиков и пройдем этот уровень без каких-либо, ребятки, других проблем. И все у нас будет круто-круто, ребят. Отличненько, дорогие друзья, и это просто замечательно. Мы с вами прошли этот уровень, я вам хочу, ребятки, сказать. И здесь мы забираем, как всегда, ребятки, мешочек с денежкой, и он нам пригодится. А пригодится он нам, ребят, для следующего. Так, нам же надо, ребятки, попасть сюда и посадить, наверное, новое растение, которое мы с вами не так давно, ребятки, достали. Так, ну все, ребятки, давайте польем капусточку. Все, отличненько, пускай растет до следующего, ребяточки, раза. А я вам хочу, ребяточки, сказать, что этот эпизод на канале Вечное Детство подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство, с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Хочу вас попросить, ребята, пожалуйста, нажмите на красную кнопочку подписаться. Мне будет очень приятно, нажмите пальчик вверх. А с вами был, как всегда, Юр, ребятки, пока-пока.